пытается расшифровать табличку, но не может подобрать ключ к шифру. Этот ключ есть на образце, который мы нашли некоторое время назад. Но только сейчас поняли, зачем он нужен. Ваша задача — забрать образец из хранилища артефактов и отнести его доктору Клауду в лабораториях Эребус. Без ключа мы не поймем, что делать. Конец связи.